Здравствуйте! Сегодня 9 января 2018 года. После подключения этого канала к АИР медиасети меня пошли на спад и просмотры, и, соответственно, я не увидел результата в большем начислении, хоть они много и обещали. Кое-как продержался я у них год, меня пошло еще хуже состояние этого канала, чем было до них. У меня до этого было на один день доходило до 1000 просмотров. Сейчас мы видим вот за 2 дня 1300 просмотров. Я никак не мог оклематься. После того, как я от них отключился, здесь вообще цифра стояла 600-650 просмотров за 2 дня. И вот, как видим, чуть-чуть оно отходит, но это очень слабо. Давайте мы глянем эффективность рекламы, какая стоимость рекламы на Ютубе. Сейчас у меня канал прямо подключен к Ютубу, и видим здесь за 1000 просмотров 1,57 доллара. Все равно за целый месяц тут набирается где-то 3-3,5 доллара. Мне это большого состояния оно не даст. И я решил вновь подключиться к медиасети Scalylab. До этого у меня другой канал был подключен к медиасети Scalylab. 3 месяца я там побыл, они подняли немножко просмотры. Я после 3-месячного подключения к ним решил самостоятельно тот канал отключить. И хочу так же само вот этот канал тоже подключить к Scalylab. Сейчас в Scalylab там чуть-чуть график изменен. Можно отключаться в любое время, только заранее предупредив их за 30 календарных дней, как они пишут. Поэтому буду подключаться. Такие маленькие просмотры меня это не устраивает. 600 просмотров в день. Сейчас увидим, сколько видео у меня на этом канале. Вот видим 79 видео. Все они у меня монетизированы. Просмотры очень слабенькие здесь идут. Поэтому я решил подключиться к медиасети Scalylab. Итак, мы наблюдаем, что я нахожусь на данной странице медиасети Scalylab. Сейчас буду проделать необходимые шаги для полного подсоединения к ним. Присоединяйтесь здесь, написано. Можно ниже пройти вот здесь. Итак, вот нажимаю здесь «Присоединяйся сейчас». Подай заявку сейчас с YouTube. Подаю. У меня вот сколько каналов, но один я из них, вот этот, буду подключать к данной медиасети. Пишет разрешение на просмотр и вход по этим всем отчетным, чтобы делать. Вот. Позволяем. Здесь мы заполняем все необходимые данные, они фактически уже заполнены. Только нам предстоит поставить галочку. Но мы не спешим ставить сюда галочку. Давайте мы посмотрим полностью здесь соглашение. Как видим, это чисто американская фирма, которая в калифорнийской компании с ограниченной ответственностью зарегистрирована. Давайте посмотрим пункт 3. Там оговорка идет о минимальном пороге вывода данных денег. Где он? Вот третий пункт. Пишут 80% дохода, вот оно, 80% мне и 20% себе. Это когда я подключаюсь через реферальную ссылку. Если я напрямую, то здесь у меня стояло 65 и 35. Отключение данного канала моего от их медиасети может произойти в любое время по истечению 30-дневного срока, который мы оповестим их не ранее. Лица моложе 18-летнего возраста, они не подключаются к себе. Продолжаем рассматривать условия договора. Пункт 6. Срок действия соглашения, настоящее соглашение, начинается в дату вступления в силу и продолжается не меньше. Первоначальный срок в 1 месяц. После чего это соглашение автоматически продлевается на 1 месяц, если ни одна из сторон не сообщает о своем намерении, не продлевает как не позднее, чем за 30 дней до окончания периода времени. Нажимаю галочку, принимая эти условия. Применить сейчас. Применяю. Как подал заявку я на подключение к данной медиасети, пришло такое письмо. Не прошло и 5 минут, как вот такое письмо вышло. Вскоре вы получите письмо с подтверждением. Откройте это письмо и нажмите кнопку «Подтвердить мое приложение». Где это письмо искать? На почте Gmail. Открываем эту почту. Вот это письмо пришло в 14:15. Нажимаем. Переводим. Пожалуйста, нажмите на кнопку ниже, чтобы подтвердить свое приложение Scalylab России сети. Подтвердить заявочку. Идет загрузка. И сейчас нас перекинет на страницу медиасети Scalylab.
Вот мы находимся опять на странице Scale-Lab, и здесь пишет: хорошая работа, ваша заявка была успешно подтверждена. Наш процесс рассмотрения занимает до 2 рабочих дней. Мы скоро отправим вам электронное сообщение, чтобы сообщить вам, были ли вы приняты. Может, уже и пришло, сейчас глянем. Так, вот оно пришло уже сообщение. Даже не прошло и 5 минут, написали они сообщение. Посмотрим, что здесь они пишут. Благодарим вас за интерес к партнерству YouTube Scale-Lab Россия сеть. Ваше заявление было получено, и ваш канал будет рассмотрен в течение 2 рабочих дней. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к нам. И тут поддержка Scale-Lab. Сегодня в 16:38 я завершил подачу заявки к подключению медиа-сети Scale-Lab. В 20:03 пришло письмо. Давайте посмотрим, что они здесь написали. Перевести. Подключите ваш канал. Вы были приняты в Scale-Lab России сеть. Мы рады так начать. Как быстро они совершили подключение данной медиа-сети. Рассмотрение заявки заняло в среднем где-то 4-4,5 часа. Первоначальная страница старт, начало. Нажимаем приглашение. Вот второй пункт видим. Второй шаг проделан, еще 2 шага осталось проделать. Мы отправляем ваше приглашение через YouTube. Обычно это занимает около 15 секунд. Приглашение было отправлено успешно. Примите мое приглашение. Принимаем. Я принял приглашение. Нажимаем ее. Вот такое пришло сообщение. Теперь ваш канал подключен к сети Scale-Lab. Проверьте почтовый ящик. Давайте проверим почтовый ящик. Почтовый ящик. Да, письмо здесь поступило 21:08. Буквально идет тут минуты. Вход в панель инструментов. Здесь в этих двух окошках создаем пароль, который в дальнейшем будет входить мы в данную медиасеть. Пароль пишем надежно и записываем его на листочек, чтобы не забыть. Создать. Все. Вот как видим, страница уже открыта на Scale-Lab. Все. По этому паролю я буду входить на эту страницу. Нажимаем видео и просматриваем, сколько видео моих загружено здесь. Вот видим, все мои видео здесь загружены. После этого всего заходим на панель управления своего канала и просматриваем. Вот видим, написано: пользователь Scale-Lab запросил доступ к вашему аккаунту. Принять приглашение. Нажимаем и так далее. Продолжаем. Тут условия. И здесь ставим галочки, иначе оно не будет принято. И открыть доступ. Все готово. Нажимаем готово. Открываем канал. И здесь видим на функции статус функции подтверждено время подключения. Когда мы захотим отключиться от данного медиасети, здесь нажимаем, и через 30 дней они должны отключить нас по истечении 30-дневного периода времени. Ну вот и все на этом. Все, все необходимые действия для подключения нашего канала на YouTube к медиасети Scale-Lab завершены. Кому что непонятно, пишите, отвечу. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.